Вокальный конкурс «Бірлігіміз жарасқан» проводился в этом году пятый год. В нем приняли участие 20 преподавателей музыки и учащиеся средних общеобразовательных учреждений. Участниками конкурса стали учащиеся от 10 до 17 лет. Победители конкурса будут защищать честь города на областном этапе. Участники подошли к конкурсу со всей ответственностью. Каждый из них учел требования организаторов. Дениза Рамазанова из школы номер 13 обладает музыкальными способностями еще с детства, но профессионально заниматься вокалом девочка стала в этом году. На конкурсе она выступила вместе со своим педагогом. Мы сегодня на конкурс выбрали песню «Жау Жау Жамбер» композитора Боты Бесеновой. Вот вместе с Денизой Рамазановой мы подготовили песню на два голоса. Песня такая веселая, энергичная. Дениза учится в 4 классе, и для нее вот это новое, скажем так, что двуголосие мы поем. Ну, я думаю, что, в общем-то, подготовка у нас была такая вот хорошая, творческая. И, как бы, я думаю, что мы оправдали наши мечты, желания, да, Дениза? Среди дуэтов, по мнению жюри, лучше всех выступили Мухажан Аблай и Шамиль Жахсыбаев из школы-гимназии номер 26. Они и завоевали гран-при конкурса. Призеры были отмечены денежными призами, все участники получили дипломы.